Thank you. 20 yards here, 20 yards down. Леш, какой вес? Маленький. 86. Ты прости, я вот так, знаешь, прям резал. Говорю, ну по полной, ты понимаешь, да? Анатолий, 70 плюс, да. Или меньше 50? По-любому вниз. Меньше 50 здесь? Тебя похуже полетит, он на переходе ты меня сделал. Не вверх, а вниз, а какого хрена? Давно уже не парься, если не можешь сесть сверху, садись снизу, она уже в пути, она возле смарта, это может уже ниже смарта. Машина, слышно меня, прием. My friend, if you go down, you have to take the time to see VIP camera. Yes, you see all the lighter go down. I coming back. 20 gliders go down, and just 2 gliders come here. I am just down, that's it. Guys, enough, half an hour. We go quiet, we go coming back, around. Because car already go down. Yes. Car already waiting us. Just tell me how long it will take. If we go down, half an hour maximum, because car already down. If it isn't tomorrow? Tomorrow will be rain. Guys, tomorrow will be rain. Да, вниз, конечно, где он? Я же ему говорю, ничего, радиостанция не работает. Хорошо, пусть заплачивают, поехали. Possible, of course, I land here because next passage is waiting. I understand. Every time that is the only the same situation down. Every day. Yeah. The same situation. Look,
Ребят, давайте в бок. Иди в бок. Нет, я что, сумасшедший? Я играю. Тебя? Змей вот тут, да. Ну что, стропы подобные, только их много. Куча тоже. Наталья, ребят, слушайте, пожалуйста, радиостанцию. Если вдруг я приземлюсь на 2100, заберите сразу же, хорошо? Что? Вы слышали? У меня ни телефона нет. Вот. Знаешь, телефон, который у тебя не работает, давай сюда что-то. Кто? Девушка боится лететь, конечно. Круто, ну блин. Ну что могу сделать? Я же не без мотора летаю. Вот мотор приедет без проблем. Часто звонят с этого телефона, на этот телефон? Хорошо, договорились. Душок. So, when you think you run, just run, okay? Okay. My friend, wait there. Ну, какая разница?